Можно ли изменить судьбу ребенка? Жизнь стала хорошей. Мне понравились эти родители. Можно ли сделать счастливее детей, у которых нет родителей? Неужели мы можем бросить? Мы не имеем просто права на это. Какова цена детского одиночества и о чем мечтают дети-сироты? Данил, давай! Давай, гол, бей! Смотрите в октябре в новостях на телеканале «Енисей» специальный проект «Моя новая семья» о детях, которые обрели новую жизнь. Я люблю маму с папой. Проект организован при поддержке ОАО «Красцветмет».